Конечно же, все туристы, в том числе я, приезжают в Малакку не ради новой части города, а ради ее исторического центра. Но все же я сегодня рискну и начну свой рассказ с новой части этого города. Он находится в 148 километрах от Куала-Лумпура, это столица Малайзии, если ехать по автострадам на берегу Малакского пролива. Сейчас это полумиллионный город, и здесь живут примерно поровну малайцев, которые являются мусульманами, и китайцев, а индусов совсем-совсем мало. Город очень космополитичный, шумный, ну в хорошем смысле этого слова, очень живой, яркий, динамичный. Белых туристов здесь встречается совсем немного по сравнению с остальными городами Малайзии. Здесь в основном азиатские туристы. Так случилось, что я завис в этом городе на целых 17 дней, и поэтому я видел то, чего многие туристы просто не замечают. Вот, например, сейчас я прохожусь по элитному району Малакки. Здесь живут самые богатые люди. И я набрался смелости поснимать, и как же они здесь живут. Меня не прогнали, конечно же, но смотрели с опаской, когда я снимал это видео. Ну, вот и вы сейчас видите, как живет элита Малакки. А это район, где живу я, в своем отеле. Он беднее. Но это совсем бедные районы Малакки. Они здесь находятся как бы вперемешку. Элитный район, и тут же через дорогу может находиться район, где живут люди, ну, не бомжи, конечно же, но, скажем так, с малым достатком денег. Но в то же время посмотрите на дороги, посмотрите вокруг их домов. Что вы заметили? Чистота. Несмотря на то, как живут люди, богато или бедно, они постоянно поддерживают свой город в чистоте. И это радует. Вот, посмотрите, вроде бы небольшой домик, но он сделан с колоритом. А сейчас я перешел дорогу и нахожусь уже снова в элитной зоне, где живут люди с достатком. Здесь так принято, что многие районы сделаны по одному и тому же плану. То есть дом от дома не отличается, отличаются только въезды в эти дома. А здесь живут люди со средним достатком. У них также дома почти однотипные. Так как это район китайцев, то здесь же находится и китайский храм. Это совсем новый район Малакки, и он в первую очередь рассчитан на туриста. Это все магазины будущие. А сейчас покажу вам негативную сторону этих кварталов. Внутренние дворы каждого квартала построены таким образом, что сюда стекаются смрадные реки со всех домов. Здесь же расположены и мусорные баки. Почему они так сделали, я не понял. Почему не прикрыты эти ямы, я тоже не понял. Наверное, они думают, что я сюда выхожу только выбросить мусор, а все остальное меня не волнует. Но между тем здесь очень чисто. А сейчас я снова нахожусь в районе, где я видел, кстати, машины с государственными номерами. Возможно, это район, где живут государственные служащие. Точно с уверенностью сказать не могу. Но все дома также однотипны. Есть Малакки и многоэтажки. Они разбросаны по всей Малакки и отличаются только тем, когда они спроектированы. А вот негативная сторона этих многоэтажек, видите, каналы, это все полностью заполнено черной смрадной водой. И здесь они довольно широкие и глубокие. А вот дома поновее уже
справились с этой проблемой, и, наверное, здесь уже подземные канализации. Ну и снова я зашел в район, где люди живут победней. Но тем не менее, у каждого из них есть или автомобильчик, или мотоцикл. Тут же и старый китайский храм я нашел. А вот здесь живет любитель фиатов. Три фиата на дороге, еще один стоял во дворе. Вот видите, даже для детей есть специальная площадка, и она довольно чиста и красива. И снова район, где люди побогаче. Он буквально впритык находился с тем районом, где я был только что. И везде чистота, везде порядок. Но плохо то, что они почему-то не любят растительность. Между всеми домами очень и очень мало деревьев. А вот, наверное, относительно недавно построены 4 дома, и все сделаны в одном стиле. Выглядит довольно красиво, кстати. И снова проблемы. Этот внутренний двор со смрадными реками. Возможно, это старые постройки. Вот, к примеру, как эти многоэтажки. На заднем дворе здесь также течет огромная река черной жижи. Туда я заглядывать не стал и не снимал. Снял только передний план, так как здесь очень красивая пальмовая роща. Это уже домики современные. Здесь проблема полностью решена. Здесь красиво, чисто и уютно. И тут же через дорогу видим такую вот картину. Наверное, эти дома более старые. А вот еще один квартал. Некоторые кварталы, кстати, огорожены шлагбаумами. И сюда могут заехать только жители этих кварталов. Это тот квартал, где есть шлагбаум. Я сюда зашел. Меня никто не прогнал. Ну, на автомобиле, конечно, я сюда не попал. А это одна из улиц Малаки. Да, есть здесь и бомжи. Я их здесь видел. Это небольшой парк, и он находится впритык к историческому району Малаки. Наверное, потому здесь все-таки оставили парк. Мусульманки совсем не любят, чтобы их снимали на камеру. Они постоянно куда-то уходили, когда моя камера была направлена на них. Есть в Малаки и огромные многоэтажные молы. В один из них я заходил, но ничего интересного для себя я там не увидел. Все супер элитное, ну и людей совсем мало. Для чего они здесь находятся, я вот так и не знаю. А это одна из улиц, где торговые лотки, магазины. И одна из улиц, вот что вам напоминает? Вот мне, например, напоминает то ли Нидерланды, то ли Данию, а вам? Ну а это уже суперсовременные, суперэлитные гостиницы. Они находятся на берегу Малайского залива. А так борются с теми, кто паркует свой автотранспорт в неположенных местах. Этот автомобиль был запаркован за 2 метра до стоянки. И вот что случилось. И так повсеместно. Полиция здесь работает на 100%. Я нахожусь на одной из главных улиц. Посмотрите. Посмотрите на чистоту. Ну а почему я сделал в таком тоне эту детскую площадочку? Да вот почему. Возле нее по всему периметру течет вот эта река,
и запах, скажу вам, не из приятных, и тут же находится площадка. Видимо, просчитались люди. Здесь, скажем так, главный коллектор. Здесь собираются воды, и дальше они направляются. Я вам покажу куда. Один из новых домов, построенных на берегу моря. Но смысл, к морю-то не подойти. Видите, вот за тем забором начинается море. Но никакой дом не сделан так, чтобы можно было зайти в море. Там нет пляжей. Вот снова район для людей, которые не имеют денег. Через дорогу вот это. А вот беседка с видом на красивое как бы море, но есть одно огромное-огромное но. Именно сюда вытекают воды коллекторов, которые вы видели ранее. Да, это все те воды, которые собирались в коллекторе. И они текут вот сюда. Вот и весь ответ на главный вопрос, почему в Малаке нету пляжей. В первую очередь потому, что вся Малака все свои смрадные воды направляет прямо в море. Как здесь покупаться? Это другая Паттайя. А здесь я все-таки нашел самый-самый бедный район Малаки. Здесь живут рыбаки. И не могу понять, почему они живут в таких условиях. Лодки в них, не скажу, что из дешевых, но тем не менее не живут в каких-то коробках. И это самый-самый грязный район Малаки. Благо он совсем небольшой. Только здесь я увидел эту огромную кучу мусора. Почему, как? Недоумеваю. И через дорогу вот там элитный райончик, тут же течет смрадная река. А здесь вообще интересно. Слева элита, справа элита, посередине вот это. И через дорогу, пожалуйста, еще и мусорник. Как? Больше нигде я такого не видел. Везде чистота и порядок. Тот район оказался маленьким исключением. Это снова я показываю тот район. А люди-то в основном живут вот так. Наверное, пока туда не добрались руки тех людей, которые устроили благополучие в этом всем большом городе. А возможно и другое. Наверное, там живут индусы. Только в стиле индусов это возможно. А в этом районе строятся новые отели. Один из них уже перед вами. Очень красиво будет, наверное. Ну а заканчивать свое сегодняшнее видео я буду на грустной ноте. Просто посмотрите, как живут люди, и подумайте, как живете вы. Действительно ли вы живете настолько плохо? Подумайте хорошенько. Спасибо. До встречи.